Один из старейших жителей Ненецкого округа, ветеран Великой Отечественной войны Василий Самойлов, отметил свой день рождения. От имени главы региона Игоря Кошина с 91-летием именинника поздравили вице-губернатор Нинель Семяшкина и ее первый заместитель Сергей Свиридов. Василий Петрович Самойлов – известный в округе человек. Он заслуженный педагог, краевед, садовод, рыбак и охотник. А еще мастер печь пироги, отличный танцор, словом, человек, увлеченный и любящий жизнь. Сегодня Василий Петрович много пишет и встречается с молодежью округа на различных мероприятиях. От имени губернатора округа Игоря Кошина именинника поздравили с днем рождения и пожелали еще долгих лет жизни и крепкого здоровья.